будет весна, прекрасная погода, солнце, которое заставляет нас радоваться жизни, хотеть жизни. И именно об этом все работы и все произведения, все проекты Назара Билыка. Мы работаем с Назаром уже с 2010 года. Это третий персональный проект. И это художник, который является одним из основных ведущих художников галереи. Життя скульптора, ну, як, напевно, і кожного художника, це такий цікавий процес, в якому кожен автор, він думає над своєю темою, думає над тим об'єктом дослідження, який йому вибрати. Я створив дві скульптури для цієї виставки і ряд контррельєфів. В первую очередь автором был сделан акцент на формировании личности. Без ожидания, что кто-то внешне будет или что-то внешнее будет влиять. А в первую очередь осознавать, насколько все зависит от нас самих. Мене особливо не цікавить сам об'єкт скульптурний, там Венера, наприклад, чи там Аполлон. Мене цікавить те, що оточує той простір, який навколо об'єкту. І надихнувшись цим принципом, я і от роблю вже там декілька років такі скульптури. Мої скульптури – це представлення таких можливостей для кожного з нас, можливостей наповнення себе. Ці скульптури зроблені з бронзи. Я, звичайно, не претендую на щось оригінальне, але виходить дійсно дуже незвично. Выставки я для себя открыла вот как раз современную скульптуру, потому что Назар Билык – это один из лучших представителей молодой украинской скульптуры, и он это делает очень интересно, минималистично и сочетается с большой глубиной идеи, и всегда главная тема – это человек. Я восхищен. Получается, что смыслы живут как бы уже в каком-то отпечатке. Когда художник смотрит работы другого художника и перестает как бы быть в зоне оценочности, а просто пребывая в таком эмоциональном состоянии подъема и восхищения, поскольку это блистательное искусство. Вот, оно очень сложное, такое трафинированное. Выставка емкости Назара Билыка проходит в Ботеге галереи на Михайловской 22Б до 12 апреля. Все работы, которые представлены здесь на выставке, они продаются. Мы работаем с 11 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Дорогие зрители программы «Путеводитель выходного дня», мы ждем вас на выставке Назара Билыка в Ботеге галереи. Проект называется «Емкость».